Вы знаете, нет. Нет. Вообще, с точки зрения открытого мира, а мы сегодня себя причисляем к открытому миру, да, мы говорим, что, условно говоря, там, услуга должна следовать за человеком, там, деньги должны следовать за человеком, там, сервисы должны следовать за человеком. Да? Сегодня можно жить в любой стране мира, быть востребованным совершенно в другой стране мира. Да? Опять-таки развитие сервисных технологий, цифровых, облачных, там, каких хотите, да, инновационных. Сегодня человеку позволяет выбирать место жительства себе по душе. Все, что вокруг этого накручивается, да, делается... в каких-то своих таких вот сиюминутных интересах теми людьми, которые видят, что они на этом могут себе либо publicity сделать, либо какую-то известность приобрести, да, либо еще что-то такое. Ну, сколько людей, сколько профессоров каждый день, поверьте мне, уезжает. И Московский университет, и МИФИ, и МВТУ имени Баумана, да, и никто же про этих профессоров ничего не говорит, да, просто Гуреев оказался, скажем так, в ненужное время, в ненужном месте, да, и люди, которые вокруг него пытаются на этой ситуации сегодня сделать себе publicity, просто использовали эту ситуацию, только и всего. Я не считаю, что за этим стоит что-то большее.